Всем привет, друзья! С вами снова Аквамен, и сегодня я решил вам показать, что же за диковинный зверь появился у меня. Что же это за зверюга? Что? Чья это жопа? Ой, простите, попка. Кто это? Кто? Вы знаете? Кот, ты знаешь? Кот? Кот! У меня появился кот, друзья, породы Корниш Рекс. Как вы уже могли заметить, я люблю котов этой породы. Почему? Потому что если вы, к примеру, загрустили или вам нечего делать, то этот кот просто вас взбодрит, развеселит, потому что он очень игривый. Одна из самых игривых, веселых пород. То есть, чтобы поймать его в кадр, это нужно снимать, когда он спит. Но когда он спит, он похож на какой-то сушеный изюм. Да, друзья, котенок Корниш Рекс, зовут его Гренка, ему 2 месяца, еще нету никаких прививок, нет паспорта. Сейчас мы будем из него червячков выгонять, а потом уже будем ставить прививку. И, соответственно, сегодняшний выпуск я хочу посвятить разговорам о котонах, друзья. Кстати, молодцы те, кто хотя бы приблизился к правильному ответу в прошлом видосике, да, комментарий оставлял, что же за зверь. Вот, соответственно, 2 месяца, сейчас нужно будет его глистогонить. Вообще, раньше надо было глистогонить, но как бы он появился у нас вот-вот-вот-вот только. Вот, соответственно, глистогонить, потом ставить прививку. Меня бомбит частенько, когда говорят какие-то заводчики расфуфыренные, что животное без документов – это вообще шлак. Меня бомбит. Да, друзья. Я понимаю, да, что паспорт – это жизненно важный критерий, документ, в котором все прививки – это вообще вопрос жизни, да, для животного. Но когда говорят всякие у него там грамоты родословные, хренословные, друзья, вообще я не понимаю, как можно переплачивать Вообще я тут своему катану тоже набросал несколько титулов. Да, сэр, катан, Гренка, дристопляс, гривотряс, спиногрыз, блоховоз, руколиз, жопочес, его величество. Вот, не понимаю я, как можно платить десятки раз больше за какие-то титулы, там, чемпионы и так далее. Нет, конечно, это ринги, да, это выставки и так далее. Но вообще мне именно вот такой именно и нужен был. Вообще котенок, да, то есть это... Он не чемпион не какой-то, он чемпион для себя, для меня чемпион. И для вас, собственно, он вот такой вот Люба-звезда Ютьюба. Да, соответственно, когда, в общем-то, его создавали, по всей видимости, хвосты кошачьи закончились. Поэтому ему присобачили хвост от лемурчика. Поэтому у него он такой полосатый, что у вас вызвало такие, в общем-то, разногласия в комментариях. Что же это за чудо-зверь такой, да? Вот, основная часть складывалась в пользу крысы. Вот, собственно. Вот, так, да, кормлю. В общем-то, он до момента переезда, он питался какими-то неочинскими кормами. У него была сыпь, он ходил, блевал, пердел, рыгал. А вообще, кот умный. Кот умный, у него есть свой распорядок дня. То есть, он спит, просыпается вместе с нами, идет в туалет по-большому, по-маленькому, потом ест, и, собственно, все. И дальше веселье, пока он не выдохнется. Ну, или мы не выдохнемся, уже нам будет пофиг. Вот, соответственно, да, сыпь была, потом перешли на корма чуть более дорогие, как оказалось, чуть более качественные. Вот, ну, соответственно, да, дороже и покачественнее. Вот, сыпь прошла, сейчас не рыгает, дури у него хоть отбавляй, вот такой вот замечательный котан. Друзья, у меня вообще появилась идея, вообще у меня был лайв-канал, то есть, ну как был, месяц назад я его, или 2 месяца создал, наверное, вот, и сюда я не вижу смысла выкладывать котановские видосы, и вот, собственно, можно попробовать выкладывать видосы про котана, да, про то, как какие-то шняги для него делаю на тот канал, на лайв-канал. Вы пишите в комментариях, я пока не буду ссылочку палить, потому что, может быть, это вообще вам и не нужно. Вот, но идеи есть, да, друзья, идеи есть, идей много, идеи интересные, но в рубрику, в тематику этого канала вот этот махняк уж точно не влезет, разве что
роли у него такие эпизодические. Вот, собственно, все на этом. Спасибо, что посмотрели. Всем пока-пока, друзья!